Так, вроде отлагало. Это мы кладем сюда. Ну, это можно сюда положить. Не знаю насчет алмазов из угля. Но, скорее всего, конечно, рецепт тоже усложнился, потому что уж больно просто было его сделать. И нам нужен был всего лишь компрессор и стак угля для того, чтобы получить алмазик. Алмазик здесь очень нужны в этих модах, в отличие от обычного Майнкрафта, где они вообще нахрен никому не нужны. Так вот, уже есть. Надо высаживать гвей, я забыл взять ростки. Ну ладно, мы пойдем подальше. Вот, ствол торчит. А, нет, это не гивейский ствол. Здесь много гивей, я видел поблизости. Так что без резины не останемся. Так, ну что-то сейчас я не вижу. Вон, торчит. Скорее всего, это гивея. На самом деле, у нас очень удачное место для дома. Да, вот гивея. Потому что тут под нами шахта есть очень огромная, которую мы до сих пор не всю исходили еще, исследовали. Это очень хорошо, потому что нашли много полезных ресурсов. И вот по ходу нашей игры я буду что-то записывать. Ну и как будет. Мы будем как бы сами в этом разбираться. И заодно я буду рассказывать что да как. Ну вот это, я думаю, вы уже знаете, для чего гивея. Для того, чтобы нам получать резину. Резина нам нужна для проводов, для изоляции проводов. Ну, вот, много гивей. Только латекса на них не очень много, но все равно хоть что-то. Вон еще тут. О, чей-то. А, это, кстати, домик ведьмы. Ни разу я не встречал его. Надо будет сюда прийти ночью. Давайте-ка пометим его как-нибудь. Так. Ну что, а, я хотел пометить эту. Маркер. Добавить. Окей. Так, цвет сделаем зеленого. У меня нету. Ну вот, отлично. Три маркера у меня уже есть. Это хорошо. А, вот гивей, кстати. Чуть не забыл про них. Оп. Застрял. Ладно, сейчас я наберу гивей, и мы продолжим. А вот сейчас я делаю машину, которая позволит нам, вот как я говорил недавно, делать вот эти вот пластины без молота. Вот она делается вот так вот. Нам 4 поршня нужны, 2 обычные микросхемы. Крафт микросхем не изменился, он все такой же, но только вот здесь пластина вот эта нужна. Так. А вот это вот компрессоры, они тоже не изменились. Ну, здесь машинный блок обычно используется. Ну, вот. И микросхема. Тоже крафт такой же. А, и вот это вот конвейерный модуль, что ли, он называется. Делается вот тоже довольно недорогой рецепт. Вот он. Вот эти вот из переплавленного железа панельки вот эти. Пластины. Стекло. Две микросхемы и аккумулятор. Аккумулятор тоже. Крафт его не изменился. Ну, можно сделать два аккумулятора, кстати. Вот. Lead Dust, по-моему, у меня была такая пыль. Вот это вот капсулу, я не знаю, как сделать. Ну, потом мы к ней. В химическом реакторе она делается, потом к ней мы вернемся, блин. Так, ну ладно, сейчас. Так. Это сюда. Это сюда. Вот. Теперь мы его ставим куда-нибудь. Блин, тут даже у меня места уже нету. Оп.
Оп. Ну давай, открывайся. Вот, сюда мы кладем, например, нет, пока это не буду тратить железо. Возьмем переплавку. У меня что-то железа тут так мало осталось вообще. Ну, у меня там плавится, так что, кстати, надо. Закину-ка я стак. Туда сразу. А это в печку. А это сюда. А, вот, все нормально. У меня просто этого энергии не было. Так, надо его. Твою мать. Блин, опять серф лагает. Ой. Генератор остался на месте. Сейчас я его ключом на всякий случай сломаю. Тут вдруг. Вот почему опять сундуки не открываются? Блин, ну просто суперски. Блин, типа опять нет, что ли? У меня почти два стака. А, так давай. 9 штук надо. Да забирай все, мне не жалко. Блин, угля хватило только на две панели углепластиковые, хотя их куча нужная. Попробовать алмаз сделать? А? Может, алмаз попробовать сделать? Так ну, это надо... О, генератор отработал, а не просто зарядил полностью. Так. Сюда иногда подкидывай древесное. Хорошо. Обычно не лучше не тратить, пригодится. Кстати, что надо, чтобы эту панель-то улучшить? Какую? Солнечную? Фиг его знает. Солнечная часть. Что это? А, непонятно. Из материи ее не сделать. Одну из хреней. А, еще и иридий нужен. Иридий тут самая редкая руда. Да тут, блин, я половину вообще не видел. Ну, а теперь у нас 8 энергии должно идти. Побольше хватит. Больше а, ты работы. Еще солнечных панелек сделал? Я 3 штуки сделал. Ну, норм. Так, сколько там надо было? Ага, во. Еще одна. И сюда. Блин, это как все долго-то, елки. Шо, опять ночь? Еще 3 надо. Сейчас пойду к ведьме схожу, может появится. Давай. Если ее не убили там. Интересно, по идее карбонова. Что у нас? У нас какой-то глюк с дверями. Наверху? Ага. Я видел. Блин, охренеть, яблок-то столько вообще. Чего столько? Да яблок столько. Ну, я их еще сейчас огрызков повешу. Тут некуда уже вешать. Да господи, деревьев мало что ли? Ау. Буду на березу. А. Ага. Черт. Да нет, есть куда еще вешать, еще куча места. Я только пошел посеять яблоки, и меня съел зомби. 200 метров всего до дома ведьминого. Угу.
Поставь там маркер, что ли. Я поставил.